то, что русскому хорошо, для немца смерть, такая поговорка есть. Каждый человек по-своему, каждый разный. Может быть, мой опыт совершенно не пригодится вот вам. Вы только можете посмотреть, как я делаю, и попробовать тоже. Получится так, понравилось, нет? Надо смотреть, куда сердце вот идет. Легко должно идти, понимаете, в чем дело? Если тяжело как-то, где-то вот что-то больно, неприятно, то это не ваше, не нужно, значит, другие какие-то места.